Блин, не отвечает. Луиза переписывается с каким-то парнем по фамилии Лисин. А где она сейчас сама? Нехорошо, мне кажется, тут что-то не так. Рудика, это не вас я вчера в метро видела? В фетровой шляпе с полями. А не решалась подойти? Ну, во-первых, я очень скромный человек. А во-вторых, вы были заняты какой-то пышной блондинкой. А, аудиторскую проверку? Сальдо по дебиторской задолженности. Конечно, я это каждый день делаю. А, извините, мне уже пора... Ждут меня. А, все, до свидания. Целую. Здрасте. Здравствуй, Луиза. Диана, иди туда же! Все же со своей любовью с ума посходили. Смотреть противно. Чего вы прилипли друг к другу? А? Луиза, ты вообще нормальная? Луиз, ты притормози, присядь. У тебя глаза сейчас выпадут от бешенства. Тебя вчера животные не покусали? Температуру мерила с утра? Да иди ты, шутник. Ладно, а где Машка? Да она заходила и вышла. Наверное, в столовой. В столовой? Запейте. Школу не развали! Да лучше бы развалила. Ага, точно. Маш, ну наконец-то я тебя нашла. Дай мне свой айфон. А твой где? Зачем тебе мой? Ну, мне нужен твой айфон. Написать надо. Да свой забыла, что ли? Нет, мама забрала. И теперь у меня кнопочный. Прикинь. Да ладно, что такие бывают? Да, а почему нет? Ой, ладно, шучу я. Меня тоже забирали, но взамен ничего не давали. А это, ты накосячила, что ли? Да, представляешь, сижу я ночью в ТикТоке, и заходит мама в комнату. Я не замечаю, и, короче... Она мне забрала телефон, а на утро выдала это. Ладно, Маш, дай телефон. Ладно, я не буду спрашивать, кто это написал. Полина, кто у нас сегодня дежурный? Дежурная Луиза. Луиза, проснись. Маш, а ты не хочешь еще раз дать мне свой телефон?
Ага, сейчас. Иди доску мой, дежурная. Я? Мыть доску. Так, ну а мы открываем учебники на странице 49. Что-то у меня плохое предчувствие. Она из аккаунта даже своего не вышла, балда. Ну отлично, сообщение от какого-то Лисина. Лисин, ты сказала? Странная фамилия. Никогда не встречала такой фамилии. Мерзко. Лисин. Да, вот посмотрите, это ее сегодняшняя переписка. Лисин пишет, что он голубоглазый и даже бицепс свой описал. Посмотрите фотографию. Красавчик. И Луиза купилась? Дай-ка посмотреть. Думаете, это подстава? Ну-ка, дай-ка посмотреть. Вдруг это реальность? А может, Луизе повезет? Они с Егором уже давно не пара и цапаются, как дети. Вот и доцапались до того, что Луиза найдет себе какого-нибудь маньяка. Он какой-то странный и слишком неестественно красивый. Тут точно что-то не так. Маша, может, ты и права. Да успокойтесь вы! Маша, позвони Луизе! Блин, как я сразу не догадалась, у нее же кнопочный с собой был. Блин, не отвечает. Тогда позвони Егору. Должен же ее кто-то спасти от этого Лисина. Алло. Алло, Егор, а ты чего не в школе? Привет, во-первых. Ты ж не староста, чтобы мне такие вопросы задавать. Да знаю я, что я не староста, но мне нужна твоя помощь. Луиза переписывается с каким-то парнем по фамилии Лисин. Странная фамилия. Слушай, Маш, мне сейчас некогда, у меня дела, короче. Ты издеваешься? Какие у тебя могут быть дела? Что может быть важнее? Луиза вообще-то может в беду попасть. А где она сейчас сама? Она испарилась после первого урока. У них встреча в переписке назначена на юго-западной, возле метро. Да, далековато. Ну ты звони, звони, она же телефон с собой взяла. Да я пробовала звонить, Егор. Нехорошо, мне кажется, тут что-то не так. Не паникуй, пока. Козёл. И что делать теперь? Напишу ей. Отправлено, две галочки, значит доставлено. Так, ехать на юго-западную нам невыгодно, мы туда не успеем. А позвонить полиции можно, но правда рановато. Диана, а потом будет поздно. Да не паникуй ты, лучше училке рассказать. Четыре головы хорошо, а пятая поможет нам все остальное выполнить. Только главное не сразу, нужно дождаться звонка, а потом уже рассказать. А может и Луиска до обеда явится. Мне страшно. Да не беспокойся ты, Луиза себя в обиду не даст. Алло? Алло, это я, ты нормальная? Твое сообщение увидела мама, телефон же мой дома, а номер за этим кнопочным другой. Короче, мама мне звонит и спрашивает, какой маньяк и так далее. Ну, может, ты меня, конечно, конкретно подставила. У тебя там все нормально? А то я прочитала вашу переписку и напугалась. Да со мной все норм. А ты молодец, чужие сообщения читаешь. Ну, сори, ты сама вообще-то из аккаунта не вышла. Ты вообще по делу отвечай, ты встретилась с ним? Короче, это еще та история. Самый настоящий квест. Ты дождись меня в школе, и я все расскажу. Вот заинтриговала, блин. Ну ладно, я буду в столовой, Полина, может быть, тоже останется. Я уже на обратном пути, жди. Ага. Вы бы видели, как она в класс вломилась. Да, я тоже сначала офигела. Наглая, дерзкая такая. На нас с Владом наехала, что мы типа сидим и вдвоем развлекаемся. Луиза вообще с катушек съехала. Хорошую Луизу заменила плохая. Я даже боюсь, если придет плохая Луиза. Ой! Луиза!
Чего вы уставились? Я просто врезалась в косяк. Что еще за косяк? Полина, не тупи. Ой, как больно. Полин, конечно же косяк двери, ты че? Луис, давай рассказывай, мы уже тут перенервничались все за утро. Подождите, дайте мне воды. Я сегодня сбегала примерно до Луны и обратно. Держи, только расскажи быстрее. Время много, а мне домой надо. Блин, это капец. Вы бы видели, это южная станция. Юго-западная. Спасибо. В общем, поднимаюсь по лестнице, оказывается, это выход 3, а не выход 1. Смотрю на противоположную сторону, а там парень, высокий, с цветами. Ух ты. Да уж, ух ты. Повернулась я, а он смотрит на второй выход. В общем, вообще не туда пришла. И как вы думаете, кто это? Егор! Лисин, это Егор! Да ладно! Лисин, это Егор? Зачем он тебя туда звал? Вам что, в школе времени нет поговорить? Да я как увидела, что это он, посмотрела на него, а он мне улыбается. Махнула и ушла. А что дальше было, я вообще не знаю. Бедняжка! Кто? Он или я? Конечно он! Он уже не знает, чего же придумать, чтобы тебя вернуть. Он же сам постоянно от нее шарахается. Короче, девочки, я думаю, это ловушка. Ага, он думает, баба-яга, чтобы Луизу заманить и съесть? Вы что такие глупые? Он хотел проверить, поедет ли она на встречу с незнакомым парнем. Да, согласна, я тоже так думаю. Это он, чтобы тебя в очередной раз грязью полить. Дуры, вы поняли? Сидите тут, рассуждаете. Идите лучше к своим хахалям, я сама как-нибудь без вас разберусь.